Ежегодный весенний праздник «Вороний день» отметили в Югорске. В музее под открытым небом Суеватпауль собралось много желающих поприветствовать пробуждение природы, стать участниками древних обрядов ханты и манси, отведать национальные блюда и приобрести изделия народных мастеров. По традиции все началось с обряда окуривания чагой. Это делается для того, чтобы очистить от злых духов место праздника, призвать духов огня, ветра и воды, которые у коренных малочисленных народов Севера считаются добрыми, сильными и оберегающими детей и взрослых. На протяжении всего праздника работали этностарты, мастера демонстрировали изделия ручной работы. Вороний день или вурна, хатл, ханты и манси на священных местах обычно готовят пищу на костре. Вот и в этот раз гостей угощали хлебом и кашей. Чтобы испечь хлеб, нужно сначала все угли убрать, убирали специальным образом. И потом, когда хлеб убирали, вот этот жар, который там оставался, ставили тесто и полностью закрывали все щели. То есть вот эти щели, летом это была трава, сырая трава, а зимой это был мох или сено, но сено нужно было намочить водой, чтобы оно было такое мокрое, чтобы оно вот когда закрыто, потому что жара там, и оно не загорелось. Ну и вот такой получался хлеб.